Всем привет! Хочу сегодня вас познакомить с Синтара Хатта. Выставка, по которой проходит в Ирарте, называется «Место, где все начинается». Произведение художника выходит за пределы полотна. Известность художнику из Хиросимы принесли рукотворные живые картины, в которых он сочетает традиционные 3D и 2D объекты, совмещая пластичные скульптуры с живописным холстом. Автор вовлекает зрителя в визуальную игру, построенную на синтезе искусств. Я зачитываю анонс этой выставки. Выставка в музее Ирарта объединяет работы, созданные художником за 10 лет. За каждым произведением, напоминающим кадры из фильма, стоит кропотливый труд. Большинство деталей скульптурной части композиции выполнены вручную. Объемные фигуры как бы освобождают автора. Неограниченный лишь плоскостью картины, он может выразить почти любые идеи. Обучившийся искусству самостоятельно, художник долгое время искал средства, которые позволили бы ему добиться большей реалистичности, но при этом не изменило бы его живописную манеру. Источником вдохновения послужило рисование задников из мира театра и кино, рассказывает автор. Именно они натолкнули меня на мысли о скульптурах, выступающих за поверхность картин. Кинематографичность в работах Синтара Хатты во многом достигается благодаря свету. Художник достоверно передает любой свет, окружающий человека в повседневной жизни, будь то лучи восходящего и закатного солнца или огни большого города. Момент, запечатленный автором, превращается в вечность и может послужить началом путешествия к истокам, в место, где все начинается, в мир детства. Здесь можно без остатка отдаться проживанию каждого ощущения, будь то одиночество, удивление, восхищение или светлая грусть. Ну вот такой анонс выставки Синтара Хатта «Место, где все начинается». Интересные работы, с удовольствием походил, посмотрел. Ну вот и все. Посмотрите работу. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Выставка Синтара Хатта «Место, где все начинается», музей Ирарта. Пока-пока, до свидания.